Всем приветики! И я к вам сегодня с очередным отчетиком. Последний отчет я делала 23 июня. И на тот момент у меня было отшито вот так вот фартук до сюда, по-моему. И вот эта вот часть, она была отшита. За это время, вот с 23 июня, сегодня у нас 9 июля. Сколько дней прошло? Ну, чуть больше 2 недель прошло. И я отшила вот сверху верхнюю часть. Рука тут, шар такой магический. Ленточки. Уже вырисовывается такая полная картина. Красиво очень получается. Хотя не могу сказать, что мне прям уж очень нравится подборка ниток, да. Вот. Фиолетовые я вообще обожаю. И, в принципе, все цвета по отдельности очень классные. Но вот этот вот зеленый тут, мне кажется, он вообще ни к чему. Можно было как-то понежнее, что ли. Зеленый очень сильно выделяется. Но это чисто мое мнение. С дизайнером, конечно, не поспоришь. Вот, отшила вот эту верхнюю часть я отшила. И отшила, ну, вот тут вот до конца сделала фартучек. И нижнюю часть, вот эту фиолетовую. Это мне тут помощник кидает. Невозможно снимать. Ни днем, ни ночью. Ну, ночью ничего не видно, а днем приходится с помощниками снимать. Вот. Все цвета вот эти вот мне вообще нравятся, как ложатся крестики, все меня вообще полностью устраивает. Наверное, поэтому работа движется быстрее. Потому что белые нити вот эти вот светлых оттенков, ну, они у меня убивали. Прям вообще я психовала чуть ли не над каждым крестиком, потому что, ну, они ужасно как-то ложились все, вот кривые, косые, непонятно какие. Ну, на общем фоне вот так вот, если отдалить, конечно, этого не очень видно, если не приглядываться. Вот. Сделала я креником вот тут вот звездочки эти. Классно получается, блестит вообще прекрасно просто. Осталось, в принципе, не очень много. Ну, больше половины работы, получается, сделано. Вот, не знаю, куда я дальше пойду. Здесь я буду делать или... Ай-яй-яй. Или сверху буду делать. У меня как-то по настроению. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все в этом отчете. Спасибо, что наблюдаете за отчетиком. Всем пока-пока. Забыла я 9 числа обработать и выложить видео. Сегодня уже 13-е, и вот небольшое дополнение к тому, что было. Не хочу спялиться снимать. В общем, я вам показывала вот эту фиолетовую часть отшитая. Вот добавился снизу такой вот подол. Снег появляется уже. Вот, и появились 2 ленточки. Вот такие небольшие продвижения еще. Всем пока-пока!